Ивангородскому клубу «Оптимист» 20 лет. Серьезная дата, что и говорить. На день рождения принято приглашать гостей. Поэтому в этот день двери культурно-досугового центра открыты. В фойе входящих встречает необычное панно. Каждый год существования клуба отмечен каким-либо памятным событием. И об этом рассказывает рукотворный коллаж. А уж мастеров среди оптимистов хватает. Поздравления от главы администрации нашего муниципального образования Татьяны Шаровой. И грамоты и цветы из рук заместителя главы администрации по социальным вопросам Ирины Селиверстовой. Я желаю вам творчества. Прежде всего творчества на фоне очень отличного здоровья. Будьте здоровы и счастливы. Незабытый основатель клуба «Оптимист» Серафим Алис. Добрые слова в адрес Серафимы Зиновьевны и цветы. Дань уважения ее многочисленным заслугам. Уважаемая Серафима Зиновьевна, выражаю вам огромную признательность и искреннюю благодарность за активную жизненную позицию, за творчество, за неиссякаемую энергию и в связи с 20-летием клуба «Оптимист». Для собравшихся в этот праздничный день свои поздравления сделали артисты. Не раз выходил на танцпол дуэт из Санкт-Петербурга с зажигательными бальными танцами, а Ирина Агафонова порадовала гостей песнями из репертуара советских исполнителей. Были еще традиционные поздравления членов клуба, у которых в этом месяце день рождения, номера самодеятельности, в которых участвовали сами юбиляры. Торжественный вечер продолжился душевным чаепитием за празднично накрытыми столами.